Всем здорово, мужики, это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на КСФЛ, у меня на балике 150 бачей. Давайте со старта поставим 10 баксов на красное, потому что сейчас очень сильно преобладает черный цвет. И я думаю, по всем законам логики должен начаться стрик из красного, но, к сожалению, падает зеленое. Ладно, давайте удвоимся тогда, поставим 20 баксов все так же на красное, чтобы отбить предыдущий проигрыш и выйти в плюс также на 10 долларов. В прошлом видосе мы, к сожалению, просрали весь баланс, у нас на балике было 200 бачей, но у нас там вообще никак не клеилась игра. Надеюсь, сегодня мне КСФЛ планирует выдавать куда лучше. Можно ты мне сейчас насыпешь красного? Пожалуйста, пожалуйста. Сука, опять черный выдает. Ладно, ставим 40 бачей, чтобы отбить все предыдущие проигрыши и выйти в плюс также на 10 долларов. Давай, родной, ну хоть сейчас, ну с третьей попытки, ну выдай красный цвет, спасибо. Ладно, все-таки мы откомбэчиваем и выходим в плюс со старта видоса на 10 долларов. А самое главное, это как раз начать ролик в плюсе. Только у нас балик будет очень некрасивый, давайте вот так вот сделаем. Все, 160 бачей. А самое главное, ну я уже сказал, начать ролик в плюсе, ибо как видос начнешь, так его и закончишь. Но вы все сами прекрасно знаете. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на КСФЛе, вы можете при пополнении ввести промкод NIKIROLL и получить плюс 10% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, у себя в инвентаре скинами получили 1100. Вы со старта будете в хорошем плюсе. Также в закрепленном комментарии оставлю ссылочку на КСФЛ и промокод на то, чтобы второй раз крутануть барабан призов. А первый раз просто переходите по ссылочке, крутите, второй раз по промокоду, который там будет, вот сюда вот вводите и крутите. Самое приятное отсюда выбить — это ящик со скинами. Мы уже его выбивали и на халяву лутали 20 баксов. Каждый из вас может абсолютно так же, причем у вас будет считать целые две попытки. Так, ладно, мы, наверное, отправляемся в Crazy Wheel. Но, пацаны, вы знаете, насколько мне нравится этот режим. По 5 долларов ставим на эти 6 ячеек. И в идеале, прямо в начале ловить бешеных ксу. Сука, вот чуть-чуть бы я раньше сюда залетел, уже бы 20 икс поймал. Ну ладно, что, не успел, да? Сейчас по 5 баксов 2-3 раза поставим. Если вообще не будет идти, то, наверное, пойдем в другой режим. То есть сегодня сильно заигрываться именно в этом режиме я, честно, не хочу. Давай, родной, пожалуйста, можешь мне выдать какой-нибудь кейс с Minor Dice? Но 5x неплохо, как бы мы с этой ставкой в минусе на 5 долларов. Но вот кейс и 4x было бы намного жестче. Ладно, все то же самое, по 5 долларов на эти 6 ячеек. Давай, родной, пожалуйста, можно мне Minor Dice? Ну x20, ну что-нибудь классное, но почему кейс пролетает? Короче, последняя ставка, если сейчас нам ничего не упадает, то уходим с этого режима, потому что так я могу просрать весь балик буквально за считанные минуты. Но я очень надеюсь, что сейчас хотя бы что-то упадет. Но если мы сейчас все просрем, то я думаю, надо идти в дабл и пытаться большими суммами, ну как-то начать камбэкать то, что мы как раз и просрали сегодня. Ну давай, ну я понял тебя. Ладно, дабл, давай, не знаю. Ну 35 долларов, попробуем сейчас частично камбэкнуть то, что просрали. Так, ну смотрите, был стрик громадный из черного, потом был стрик из красного неплохой. Я думаю, ну по идее должен вернуться стрик из черного. Не знаю, работает это так, не работает, но попробуем. 35 баксов ставим на черный цвет. Можно мне, пожалуйста, эту ставочку выиграть? Отлично, черная падает, на балике 130 бачей. Так, сейчас можно взлететь в колесо. Давайте просто 15 баксов зарядим на 3x. Не знаю почему, но просто интуиция подсказывает, что такая ставочка будет достаточно успешная. Надеюсь, моя интуиция меня не подводит. Отлично, 3x нам падает, и у нас на балансе уже 160 бачей. Мы заново выходим в плюс. Так, окей, а если сейчас в минера по 3 доллара, одна мина и по моей стратегии. Отличное начало просто. По моей стратегии вот так вот рамочку закрыть сначала и потом вот так 3. Но 12 есть, неплохо. Давайте заберем. Ну я мог бы еще, но это слишком опасно. На балике 166 бачей, давайте 16, поставим опять на красное. Точнее, я хотел поставить на черное, поставил на красное, ладно. 16 баксов ставим на красное. Ну, предположим, я хотел поставить на красное. И надеюсь, сейчас упадет этот цвет. Тут 4 семерки подряд упало именно из красного. Но падает черная, сука. Ладно, 30. 2 доллара, удвоим нашу ставочку, чтобы отбить предыдущий проигрыш и выйти в плюс также на 16 бачей. А ставим все также на красное. Давай, родной, пожалуйста, выдай мне красный цвет. Я тебя прошу, пожалуйста, стой, стой, стой. Отлично, красная падает. Так, на балике 182 доллара. Я предлагаю в колесе, наверное, поставить 18 долларов на 2x. Я редко в колесе ставлю на 2x, но почему-то сейчас мне кажется, что он может спокойно упасть. Давай, родной, выдай мне просто сейчас спокойно 2x. Я редко на тебя ставлю. Можно ты сейчас спокойно упадешь? Отлично, 2x падает. Ну и полетели сейчас Crazy Wheel, поставим, наверное, по 5 баксов. Но все то же самое, на эти 6 ячеек. Я думаю, давайте 2 попытки. Если не повезет, и мы ничего не поймаем, сука, вот опять. Вот я ушел, он сразу 2 раза дал 2x. Сейчас этот коин выдает. Ну, какой
какой-то ужас. Короче, две попытки по 5 баксов ставим на эти 6 ячеек. Если ни хрена не получается, то пытаемся камбэкнуть наши 200 бачей и будем на этом заканчивать ролик. Но если сегодня в Crazy Wheel вообще ничего не идет, то лучше, мне кажется, подуспокоиться. Потому что в основном у меня сейчас все заносы проходят именно в этом режиме. Потому что здесь можно спокойно поймать 100x. Ну вы сами видели, я тут на другом канале недавно 3000 баксов поднял. А плюс на другом том же канале выводил авик недавно за 2000 долларов. Ну короче, вот именно Crazy Wheel, он может давать очень бешеные иксы. Давай, родной, пожалуйста, можешь мне выдавать что-то из того, что я... Ну да, ну не 5x я имел в виду, ну сука. Но это проигрыш, не, мы это не учитываем. То есть это просто 5x, это у меня подстраховка. Все то же самое, по 5 баксов на еще 6 ячеек. Если не выдает, то камбэкаем наши 200 баксов. И нахрен уходим с этого режима. Давай, родной, ну я тебя прошу, ну пожалуйста, можешь мне выдать, иди ты нахрен. Все, 35 баксов ставим в дабли на красное. Если выиграем, то заканчиваем ролик. Ну это какой-то бред уж сегодня происходит, полнейший просто. Давай, родной, выдай просто красное, я закончу ролик. Ну понятно, в Crazy Wheel мне сегодня прям жестко не повезло, но можно в дабли, мне повезет. Отлично, хотя дабл сегодня, кстати, очень хорошо выдал. То есть он подряд меня прямо купил как надо. Мы на этой прекрасной ноте будем заканчивать ролик. В любом случае, мы сегодня вышли в плюс, подняли плюс 50 бачей к балансу, что я считаю очень даже неплохой результат. И с учетом, что Crazy Wheel меня много срил, если бы не он, то мне кажется, мы бачей, ну, 150, наверное, подняли. Ну, может, 100. Ну, ладно, в следующем ролике, надеюсь, мы поймаем какой-нибудь джекпот в Crazy Wheel. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на CaseFail, вы можете при пополнении ввести промкод NIKIROLL и получить плюс 10% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с карты, скинами, крипто. Как вам нравится, депнули скинчиком 1000 рублей у себя в инвентаре, скинами получили 1100. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также в закрепленном комментарии оставлю ссылочку на CaseFail и промокод на то, чтобы второй раз крутануть барабан призов. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал и не забываем писать какой-либо комментарий. Всем удачи, всех люблю.